Сейчас покажу, как работает Wi-Fi в поезде. Прямо сейчас на месте. Всем привет, меня зовут Андрей, вы на моем канале Дорожные приключения. Погнали! Так, ну надеюсь, меня видно и слышно. Значит, показываю. Это можно делать на смартфоне, можно делать на компьютере, на ноутбуке, там где хотите. Ну понятно, что не на компьютере. Включаем Wi-Fi. И должна появиться сеть. Появилась. Вводим последние цифры паспорта, номер вагона, номер места. Нажимаем авторизоваться. Разрешить. Safari продолжить. И, собственно, открывается портал FPK Media Попутчик. Сразу же здесь есть интересная тема маршрут. Можно посмотреть. Сейчас мы стоим Ерофей Павлович. Должен был раньше это видео записать, но там не работала эта система. Мы сейчас вот здесь вот. Можно поставить время. Я не знаю, какое. Иркутское, наверное. Ну да, и вот где-то мы здесь. Ну мы с опозданием приехали, ладно, это не суть. Попутчик, фильмы в дорогу, сериалы, книги. То есть тут реклама ОККО, можете промокод даже использовать, я потому что его не пользую. Вот. Но большой выбор идет вот здесь, в разделе развлечения. Здесь идут фильмы различные, сериалы, если желаете. Музыка даже есть. Например, давайте рок откроем, что здесь у нас есть. Владимир Кузьмёв, Король и Шут, Лесник, а, прикольно. То есть, кто хочет послушать музыку, аудиокниги, пожалуйста. Королева, выжить и не свихнуться. Ну, да, сложно выжить и не свихнуться. Книги, это если просто почитать, для тех, кто любит читать глазами, а не ушами, так сказать. Пресса. Комфортная жизнь в движении. У меня раньше канал назывался «Жизнь в движении». Это старое название. Прикольно. Игры. Неуклюжая птичка. Интерфейс на Марио похож. Кто в Марио играл, там плюсики поставьте. Шахматы. Раскраска. Магазин. Магазин чай 65 рублей. Ну, ничего, такие ценники нарядные. 35. Напиток кофейный, капучино, маккофе 105, сахар 5, сливки 25, шоколадки 110, 80. Ну, нарядно. Пойдемте в ресторан. Ресторан, каша овсяная 300, яичница с двух яиц 320, жаркое с говядиной 350. Вот самое недорогое здесь овощи, гриль с зеленым соусом. Да, 240 рублей. Ну все, это в корзину закидывается, и потом, собственно, вот открывается корзина. Но у меня корзина пуста. И вот такая вот тема. То есть, чтобы вы понимали, здесь Wi-Fi не такой, как многие представляют, что можно серфить интернет спокойно. Нет, здесь работает сервер, и этот сервер по вагону просто раздает то, что этот сервер загружено. Они у себя его в главном вагоне обновляют периодически. Там он перезагружается, включается. Вот так работает Wi-Fi в поездах. То есть те, кто видит значок Wi-Fi, когда покупают билеты, имейте в виду, что эта штука называется попутчик РЖД. Также можно здесь лазить, выбирать там магазин, заказать еду, доставка к вашему месту. Но это вот имеется в виду с вагона ресторана. Путешествую с РЖД. Ну, тут у нас туристические поезда, еще можно посмотреть. Кто катался на туристических поездах, тоже там поставьте лайк, расскажите, как это, прикольно, не прикольно. Может быть, я тоже когда-нибудь на каком-нибудь турпоезде прокачусь. Вот, например, не знаю, зимой в Карелию на поезд Дед Мороза. Было бы прикольно. Белорусский вояж, ну, это из Москвы отправление. Жемчужина Кавказа, кстати, Тюмень, Екатеринбург, Самара. Вот здесь вот тоже можно прокатиться, интересный маршрут. Да, я вижу, вижу. Все, ребят.
подписывайтесь, ставьте лайки, до встречи. И, кстати, да, мы продолжаем 7 дней в плацкарте. Сейчас нахожусь, соответственно, я здесь. Так что видео, наверное, уже будет, либо выходят. Тоже обязательно посмотрите. От Екатеринбурга до Владивостока. 7 дней в плацкарте. Каждый день одно видео. Все, до встречи.